пожаловать на презентацию нового самолета Airbus 321 Long Range. Я уже утром рано прилетел на этом самолете. Впечатления просто незабываемые. Это очень круто, что у Air Astana появляются такие самолеты. Учитывая, что я люблю длинные расстояния, и очень комфортный бизнес-класс играет для меня очень большое значение. This aircraft is the latest in narrow-bodied technology. It's the Airbus 321neo Long Range, LR we call it. It's a tremendously versatile aircraft. It saves approximately 15% of fuel over its earlier version. It's configured with 16 flatbed business class seats. It's a fantastic aircraft, and we're sure passengers will absolutely love it. Мы находимся с вами в салоне воздушного судна A321 Long Range. В салоне этого воздушного судна применено множество оригинальных технических и дизайнерских решений. Сейчас мы находимся с вами в салоне бизнес-класса. Его компоновка отличается от бизнес-классов других воздушных судов. Одно из главных отличий – это наличие одного места в ряду. Его уже успели окрестить троном. Отличается оно тем, что имеет повышенное пространство для личных вещей и для, собственно, пассажира. Кресла в бизнес-классе могут раскладываться полностью для комфорта пассажиров, то есть можно очень комфортно спать. Имеется система дистанционного управления, система развлечений. Багажные полки имеют несколько иную систему открывания и имеют увеличенный объем для личных вещей пассажиров. Сейчас мы с вами находимся в специальном таком отсеке. Эти кресла называются My Seat. Они имеют несколько увеличенное расстояние между рядами для большего комфорта в полете. Мы перешли с вами в салон эконом-класса. Салон также весьма комфортабелен. Каждый пассажир имеет индивидуальную систему развлечений. Доступны множество фильмов и саундтреков. Здесь такая же конструкция багажных полок, столь же большого объема. И очень приятная цветовая гамма. Well, for me and the Airbus team who's here today, we are truly very happy with the delivery of this first A321 long range to Air Astana. You know, we feel this great aircraft will do fantastic things for the airline. It flies all the way to London in one way, all the way to Hong Kong and Seoul in the other direction. It'll provide fantastic comfort for the passengers, whether it be in business or economy class. And we just think that this is the aircraft that is taking Air Astana forward now to the next chapter in the airline's great history. Господин Питер Бостер вручает сертификат на сумму 7 750 000 тенге в виде поддержки Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан. Сегодня первый раз пролетел на новом аэробусе A321 Neo LR, оказывается, Long Range. Но для меня, как для пассажира, если отбросить все эти названия и цифры, конечно, ну, впечатляет новый уровень комфорта. Нету в Европе авиакомпании лучше, чем Air Astana по комфорту, по качеству сервиса, это точно. Я летаю только Air Astana.